Она считывает импульсы, поступающие в мышцы во время работы тела, и передает информацию на компьютер. На вооружении медиков клиник сам ГМУ появилась умная одежда. Это совместный проект самарских врачей и их коллег из Нижнего Новгорода. Производят умную одежду в Самарской области. Перед вами изображение, на котором мы видим места, отмеченные точками, куда прикрепляются электроды для более четкого проведения исследований. Мы выбрали эти места, потому что это наиболее рабочие зоны человеческого тела. Основные мышцы – бицепсы, трицепсы, грудные мышцы, дельты. С помощью умной одежды можно составить правильную программу тренировок для спортсменов. Ведь человеку порой не просто оценить нагрузку на тело и понять, работают ли нужные мышцы и правильно ли они это делают. Датчики считывают импульсы, поступающие в мышцы, и передают информацию на компьютер. Остается лишь провести анализ результатов и составить план тренировок. Основные цели нашей направленной с этой умной одеждой – это запись электромиографии, допустим, спортсменов во время тренировки, для просмотра, какие мышцы активны, какие менее, какие хуже активность имеют, и тем самым балансировать какую-то программу тренировок, индивидуально выбирать. И второе, это, допустим, люди, у которых есть какие-то, скажем, парез, например, да, смотреть на различные мышечные недостаточности и как-то их пробовать, избавлять людей от них. Еще одна задача умной одежды – помочь человеку в процессе реабилитации, к примеру, после аварии или перенесенного заболевания. Медики формируют базы данных упражнений и активность мышц при их выполнении. Затем сравнивают базовую картину с движениями конкретного пациента, выявляют дефекты и назначают индивидуальную программу лечения. Виктория Шарая, Александра Гусева, Константин Головин. События.